Сегодня в 7 муниципалитетах Мурманской области политики, общественники и волонтеры передали специальные боксы в больницы и поликлиники. В Мурманске первые коробки храбрости доставили в городскую детскую поликлинику номер 4. Коробка храбрости – социальная акция, которая проводится в нашем регионе уже третий год подряд. Сегодня в детскую мурманскую поликлинику номер 4 передали почти 2000 новых игрушек, настольных игр и наборов для творчества. В прошлой акции у нас было в 10 раз меньше вот таких добрых подарков, как сегодня. Почти 15 тысяч подарков мы собрали, и это еще не окончательно, потому что акция продолжается до конца декабря. Я вот приволок конструктор, но такой, который можно быстро собрать, да, чтобы долго не мучиться, чтобы занять детишек, чтобы сделать вот такую маленькую радость, но радость на каждый день. Эта акция действительно добрая, а добрые дела, их никогда не поздно, никогда не рано делать. Поэтому мы их делаем все вместе, это здорово. Участники акции объединяются, чтобы подарить радость маленьким северянам, которые храбро борются с болезнью. И такую помощь оценили не только малыши, которые лечатся в поликлинике, но и врачи, работающие здесь. Каждый день сотни детей приходят в нашу поликлинику, чтобы пройти какие-то процедуры, сдать анализы, сделать прививку. Сейчас проходит активно прививочная кампания, в том числе и прививки от гриппа делаются. Поэтому, как вы видели, поток пациентов достаточно большой. После того, как мы эти игрушки обработаем, соответственно, они будут переданы во все подразделения нашей поликлиники и будут персоналом вручаться детям. Впервые в социальной акции «Коробка добра» приняли участие представители Роспотребнадзора по Мурманской области и компания «Мурманэнергосбыт». Благодаря молодежному совету, который не так давно у нас создался, благодаря активным ребятам «Мурманэнергосбыта» мы как раз собрали очень много игрушек для детей. Не секрет, что иногда им приходится в больницах и в поликлиниках проходить через болезненные или неприятные процедуры и проявлять какую-то храбрость, смелость. Поэтому очень хочется, чтобы детство все-таки, как и должно, проходило радостно и было счастливым. В 2021 году социальную акцию поддержали в 51 регионе, а самая масштабная развернулась именно в Мурманской области. Это отметили на федеральном уровне.